Сегодня я в этом видео покажу такую аномалию, которая, ну, встречается часто при неисправности самой лампы. Сейчас. Как видно, спирали горят, но не идет розжига самого. На камере это все ярко, но... Мерцания нет даже. Обычно мерцание, когда бывает... Причем лампа-то, ну, производство 2010 года. Давай. ТСП 20 ватт, цоколь Е27, 2070 кельвинов. Так. Этой лампе уже 7 лет. Но она не дослужила. Но эта лампа проработала больше. То есть обычные, но новейшие энергосберегающие лампы, они сгорают уже через год. А это через 7 лет. Эта лампа столько часов проработала. Даже... Возможно, в ней дроссель, видно, сломался, но, возможно, нет. А может, получится сделать так, чтобы лампа... Так что... На этом видео я прощаюсь.